Красноармейск. День. Среда, 2 октября. Событий в городе много. Поехали. В городе сегодня проходили следующие работы. Окашивалась городская территория в районе улицы 8 марта. Улица Горького. Проходил ямочный ремонт. Улица Дачная от базальта проходили работы по нанесению дорожной разметки. Двигаются к своему завершению работы по капремонту. К детской площадке по проспекту Ленина у дома номер 3 есть претензии от жителей. Это невыкорчеванные пеньки от старых детских качелей. И жители сомневаются в правильности сборки новых конструкций. Там, где горка ограждений, там, где оно вроде по логике должно быть, его нет. Хотя, если отдать должное, другим жителям все нравится, и они рады новой площадке. Своим ходом идет обордюривание дворов по улице Строителей, домов 6, 4 и 2. В микрорайоне Северные дома 5 теплопровод устроил несанкционированную забастовку и отказывается в полной мере обеспечивать жителей теплом. Как только коррупционный отрезок, который сливает тепло жителей налево, будет найден, к нему применят самые жесткие меры к его исправлению. Вчера в Доме культуры имени Ленина прошел праздничный вечер для ветеранов городского округа Красноармейск, посвященный Дню пожилого человека. И от всей души в этот день для ветеранов городских предприятий прозвучали поздравления с праздником, теплые пожелания здоровья и благополучия. После поздравлений и пожеланий продолжил праздничный вечер концерт творческих коллективов Дома культуры. И, конечно, викторины, конкурсы и танцы радовали пришедших гостей. И каждый пришедший получал море положительных эмоций не только от праздника, но и от встречи со старыми друзьями. Сегодня в городском дворце культуры прошло мероприятие, приуроченное к Дню Учителя, где чествовали отличившихся педагогов. Сегодня на полигоне Царева прошла встреча инициативной рабочей группы с организаторами работ. Смотрели ход работ, решались другие вопросы, связанные с рекультивацией полигона. На встрече присутствовали руководители двух округов – Красноармейского и Пушкина. Видео со встречи опубликуем. Вот то немногое, что удалось нам осветить из происходящего в городе 2 октября в среду. Ежедневный обзор для города и горожан подготовил и провел интернет-портал Красноармейск. Или просто красик.ру. До новых встреч, друзья! Да не покинет вас удача!